Вы встаете дальше, вот то, что сейчас делали, делаете выпад. Делаете выпад. Потом вы встаете еще чуть-чуть дальше и делаете то, что на макеваре никто не работает. И что работать нужно. Все пытаются на макеваре именно на выпаде работать. А очень часто, когда мы двойку бьем, мы заднюю ногу подтягиваем. И мы начинаем бить на подтягивание ноги. То есть передняя нога стоит на месте, а бьем на подтягивание. То есть, либо так. Ну, поднимая носок. То есть вся боксерская техника работает точно так же. То, что мы каратистку работаем сейчас, это ладно. Так же работает и боксерская вся, со всеми вот этими подниманиями носка. Это то же самое абсолютно. Все работаем точно так же. Дальше мы делаем на подшагивание. Отступаем еще дальше. И работаем на подшагивание. Пам! Пам! На зашагивание встаем еще дальше. Зашагивание. Еще больше дистанции. Ну реальный бой ведем, да? Делаем. И бам! Влетели, да? То есть работаем то же самое. На полном шаге. И на полном шаге диапулян. Понятно, да, идея? Вот, можно включить.